Приступаем к тому, что сейчас отложим Вассерфальц. Прикладываем линейку, проводим линию. Про Вассерфальц очень интересно. Вассерфальц, если дословно с немецкого, это водный фальц. Но на самом деле это лучше перевести кромка гидробарьера. Немецкая школа фальца считает, что это как раз преграда для подъема воды. И вот эта отгибка сверху Вассерфальца, она является обязательной. 25 миллиметров отложили. По-английски она называется water checkpoint. Water checkpoint. Для того, чтобы это было понятно, мы сейчас рассмотрим Вассерфальц на немецкой выкройке картины. Квечфальц, шаблоны, папир-фальц, мустер. Это бесплатная выкройка картин от Рейнцинк Интерактив. И вот здесь вот у нас сверху, где у нас написано ломаный гребневый фальц, стрелочка указана зеленая, вот это у нас 25 миллиметров, это кромка как раз Вассерфальца. Напоминаю, что Вассерфальц — это кромка гидробарьера, которая отгибается на примыкании. Теперь мы приступаем к разметке, и для того, чтобы нам сделать разметку, нам надо измерить, какая у нас проходка, в данном случае у нас прямоугольная труба, крольная проходка, и для этого мы должны определить, какая у нас будет картина слева, какая справа. Для этого мы измеряем ширину этой трубы. И нам нужно найти именно половину этой трубы. Мы сейчас измеряем. Это получается, она у нас 30 сантиметров или 300 миллиметров. Вот нам нужно 150 миллиметров справа и слева отложить. Вот так выглядят наши картины в бумаге. То есть полностью у нас сделаны выкройки картин, чтобы нам не думать, как делать нам. Посередине у нас будет ломаный гребневый фальц, по бокам у нас будет уже радиусный гребень. Нам нужно отложить с правой стороны и с левой стороны то, что у нас находится на выкройке картины. Надо перенести это все с бумаги на металл. Удобно ставим нашу выкройку и прям по ней будем откладывать все выкройки, все линии выкройки, которые нам необходимы. У нас сложная выкройка, то есть у нас на самом деле передний фартук состоит из двух частей, поэтому у нас будет две картины. Мы приступаем, откладываем сначала то, что у нас находится на выкройке справа, применяем до этого различные металлические линейки, которые у нас имеются. На самом деле работа крольщика здесь напоминает работу портного, закройщика, поэтому у нас картины, получается, мы должны их, вот у нас сейчас с правой стороны переносим все, и у нас вот линейка закройщика, применяем, очень удобная, можно откладывать до 5 миллиметров пошагово, и это здорово облегчает. Так вот, работа крольщика напоминает здесь работу портного, но только по металлу, когда нам нужно четко переносить все линии, то есть у нас происходит раскрой картин. Раскрой картин я подразумеваю под этим, что мы делаем разметку в первую очередь, а второе, почему раскрой, потому что мы, когда прикладываем шаблоны, то по шаблонам мы уже по контуру, когда проводим, у нас образуются так называемые зоны или территории, или области, которые нам надо затем вырезать. Это может быть лишнее, в кавычках, или то, что мы называем ослабление. То есть в этих двух случаях. Ну вот теперь мы сейчас посмотрели, как мы делали. Сравниваем с нашей выкройкой то, что мы перенесли снизу, сверху. И, соответственно, нам сейчас нужно дополнительно провести еще одну линию для того, чтобы нам сделать картину по размеру. Откладываем сейчас наши линии, так как у нас ширина картины и слева, и справа 150, как мы помним, миллиметров. Поэтому мы сейчас заготавливаем картину. Ну, собственно говоря, раскраиваем ее, делаем разметку. Так принято говорить в крольной терминологии. И проводим все необходимые для этого линии. Ну и для того, чтобы нам завершить процесс, мы лишнее, как я говорил, отрезаем при помощи ножниц Пеликан. Ножницы Пеликан отличные ножницы, их можно купить в altstd.ru или на сайте mehanikaspb.ru. Фальцевое лекало Шачнева Александра Васильевича. Описание. Применяется для быстрого раскроя радиусного гребневого фальца, построения линии сопряжения по трем реперным точкам. Может применяться как лекало портновское, а также для построения узоров, рисунков, везде, где требуется провести линию сопряжения двух пересекающихся линий. Может применяться для взрослого и детского творчества художниками, дизайнерами и так далее. Краткое описание. Фальцевая река Лошачнева Александра Васильевича. Раскрой картину радиусного гребневого фальца. Быстрое построение линии сопряжения по трем реперным точкам. Особенно подходит студентам-кровельщикам, учащимся курсов по фальцевой кровле, а также учащимся курсов по фальцевой кровле, которые повышают квалификацию.